не думали о завтрашнем дне, те, которые в секунды приняли решение идти спасать, защищать нашу Украину, защищать нашу страну, защищать весь мир. И вечная память за пример такого героизма, за то, что они защитили, заплатив за это многие своей жизнью, и многие заплатили своим здоровьем. И поверьте, стыдно находиться в зале парламента, когда чернобыльцев вспоминают только в канун годовщины. Стыдно, когда в этом году впервые не почтили минутой молчания в зале память погибших героев. Стыдно, когда с начала 2015 года ликвидировали четвертую зону, отобрали большинство льгот, компенсаций. Это не льготы. Это те компенсации, которые люди заслужили, потеряв свое здоровье у чернобыльцев. Стыдно, когда пытаются отправить это все в историю. Но я уверена, сегодня вместе с вами, сильными, мудрыми и абсолютно отважными людьми, с их детьми, с внуками, с теми, кто пострадал от чернобыльской катастрофы, а таких людей сегодня около 2 миллионов проживает в нашей стране, объединяя усилия, мы сможем восстановить справедливость. Спасибо вам, что вы есть, и за то, что вы неравнодушны. Мира, веры и добра. Христос воскресе!